Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй, и сегодня мы, ребята, поиграем с вами в Guns of Boom. Ну что же, давайте приступим. Ну и что же нас будет ожидать? Так, как обычно, тут начинается все с доната, но это мы пропускаем. Какую карту нам дадут? Военный склад. Отлично. Ну что же, давайте разбираться с этими ребятами на военном складе. Ай-яй-яй-яй-яй, ребятушки, ребятушки, у меня сбилось управление, придется исправлять. Ну что, ребята, вроде бы как исправил, все наладил, сейчас осталось только проверить, как оно все будет у меня в деле. Так, вижу своих вдалеке, отлично. И мы пока, ага, мы ведем 150 на 86. Так, отлично, я, по-моему, на этой карте еще ни разу не был. Давайте искать этих маленьких молокососов. Так, это мой. Как всегда я. Вот они, гады. Ха-ха, красавцы мои. Что ты там наверху? Блин, достает. Выбежит, нет. Если что, гранату брошу. Давай, иди сюда. Ха-ха. Нет, мимо. Черт подери. Хотя, блин, да кто там? Не понял я что-то. Он сзади меня, что ли, убил? Видимо, да, так и было все. Ладно, не беда. Все равно мы пока ведем, так что преимущество за нами. Да кто тут строчит-то сразу? Не успел появиться. Вроде нет никого. Давайте потихонечку, ребята. Так, 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 так. Где, 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 где вы? Где вы прячетесь? Конечно, если играть в нее долго и продуктивно, то можно знать все эти примочки, все места, где они стоят. Вон, по-моему, вражина. Ха-ха-ха, попался. Бинго, ребята. Один минус. Так, у нас... Ух ты, мы на 5 очков всего ведем, ребята. Преимущество теряем. Так, ну где еще? Где? Так, блин. Так, смотри, что делает. На... Ну, по-моему, я его тоже пригрел. Так что не зря все было сделано. На 10 очков мы ведем. Ух, уже намного больше. Ну да ладно, нас сейчас волнует именно как можно быстрее их тут всех расклепать. Потому что времени, как видите, 51 секунда осталось. Этого очень мало. Преимущество коротенькое, а нам нужно выиграть, чтобы получить, естественно, бонусы. Так, ну где вы там? Вражина. Да-да-да-да, именно он. Гранату туда надо кидануть. Вот это у меня сейчас хорошо получилось. Блин. Черт подери, ребята, видели, да? Со снайперки он мне гасанул. Упырь. Но, тем не менее, 19 секунд. Преимущество за нами. Причем довольно неплохое. Сейчас я еще одного должен на дорожку прихватить. Хотя 11 секунд не успею, наверное. Да, ребята, не успею. И тем не менее, мы выигрываем этот бой. С чем нас и поздравляю. Так. Что тут у нас получается? Я на самом последнем месте. Ну, действительно, потому что я тут начало игры начал разбираться с управлением, настраивать его. Поэтому как бы отсутствовал. Забираем награды. Пулемет Буйвол. Вступите в клан. Да, сколько раз я пытался, ребята, вступить, что-то никак не получается у меня. Ну, давайте попробуем. Заявки в этот клан временно не принимаются. И так практически в каждом клане написано. Не знаю почему. Видимо, все они переполнены. Хотя, в принципе, ребят, я пока и без клана нормально справляюсь. Так что подрасту, может быть, сами потом возьмут. Вот видите, временно не принимаются. Да. Ну да ладно, давайте тогда. Можем, конечно, свой создать, но смысла в этом не вижу. Тогда пойдемте, наверное, с вами. Так, задание понятно, все это понятно. Бесплатный ящик. Ага, забираем. Ганбаксы получаем, аптечку. Это все, в общем, понятно. Ящик с маской. 179 рублей, нет, спасибо. Как-нибудь обойдусь. Ну, что тут еще можно глянуть? Так, давайте посмотрим арсенал.
Так, это у меня активно. Тут головорез, жало, резак. А что для этого нужно, а, ребята? А, понятно, ганбаксы эти нужны. Блин, нифига себе, 19 штук. Броник улучшить. Один ганбакс, что ли, стоит? 1000, а здесь уже 2000. Броня 100, броня 100. А смысл тогда? Не понимаю. Так, гранаты. Гранаты у меня есть. А вот эти, я так понимаю, только за донат можно приобрести. Ладно, давайте в бой, ребята. В бой идут одни профессионалы. Ночная ферма. Кстати, здесь я тоже, ребята, не был. Так что для меня это диковинка. Давайте смотреть, как я здесь буду расправляться. Или со мной. Ну что, что зависло-то, родная? Давай, проглючивайся быстрее. Так, слышу звуки, отлично, мы в игре. Так, своих я уже вижу, ладно, все нормально. Так, куда-то он наверх пошел, давай-ка я за ним. Ах ты, гаденыш, спрыгнул. А я постою, наверное, здесь пока. Вижу одного гада. Так, где-то он сейчас здесь будет, вот он. Давай, давай, родной. Давай, бомби его. Ну, да ну нафиг. А, черт. Черт бы их подрал, ребята. Меня, ну что ты, куда ты А, нет, все-таки завалил, малорик. Я уж думал, начинает там тупить. Так, ну они пока ведут здесь. Черт подери, куда я бросил-то ее? Блин, рано слишком. Давай-ка, вот-вот-вот их кучка, ребята. Ха-ха, блин, опять ты. Ё-моё, опять меня завалили. Он с какого-то с головореза мочит меня. Ну, видимо, этот ствол лучше, чем мой Калашников. Такой надо будет потом купить, кстати. И вот этого я еще не понял. Ребята, лежит оружие после убитого фрага. Почему я не могу его взять? Оно же не просто так лежит. По идее, я его должен подобрать, наверное. Но у меня это почему-то не выходит. Так, давайте здесь все постоим, будем их отсюда валить. Нет, я упал, ладно, вон он стоит. Хе-хе, добьем, давай, отлично. Ты куда, блин, в спину чувачка стреляешь моего? Ай-яй-яй-яй-яй-яй, тихо, блин, по-моему, своим не наносит. Вот он, гад. На-ка, отлично. 15 очей, кстати, нифига мы, ребята, ух, какой пулеметик, вот как его подобрать, а? Я не понимаю. У меня не получается его подбирать. Или какая-то кнопка должна быть определенная. Но, судя по тому, как я здесь все настраивал, такой кнопки я не нашел. Ты че там, гад, наверх спрятался, а? Паршивец, сам себя взорвал, идиот. Тупой, блин. Так, отхиливаемся, ребята, отхиливаемся. Главное следить за здоровьем. Так, отлично. Сейчас можно, наверное, и высунуться. Если он еще там, конечно. Тут стоит огурчик. Бинго, отлично. Блин, можно было бы здесь на эти танки садиться, было бы прикольно. Но, к сожалению, тихо-тихо, стоит здесь. Малорик кинул гранату, умница, еще и подбил. Опа, она стоит, смотри, палит. Ёлки-палки, ребята, у меня кончились... патрон на автомате, я теперь с этой пукалкой бегать буду. Пока, конечно, не подобьют меня. Ну, накаркал называется. Сволочи стоят тут на вышке, а, вдвоем, блин. Да ну, не хочу я с этим барахлом бегать. Ну-ка, где автомат? Отлично, вот так будет лучше. Ну, куда, где тут выход-то, елки-палки? Ага, вот. Продолжаем, ребята, продолжаем месиво. Это мои вроде, да. Так что можно Че там произошло? Кстати, мы с... А, блин, не достаю. Друг друга, что ли, прикончили? Ну да. У нас, кстати, обалденное преимущество по очкам. Да сдохни ты, чмошник. Что он там, пилюли какие-то разбросался. Блин, вдвоем, ребята, они вдвоем. Ай-яй-яй-яй, давай, отхиливайся. Ну, здесь мне, конечно, будет проблема. Дичь, перезарядка. Как все вовремя, а? Иди сюда, красавчик. Давай. Отлично. Только бы не подошел второй какой-нибудь.
Иначе... Ух, великолепно. Ассист сработал, как говорится. Ну что, ребята, у нас пока большое преимущество. 345 против 207. Иди сюда. Ой, елки-палки, опять кончились патроны. Неужели мне на автомате дают всего два рожка, а? Блин, есть что-нибудь? Винтовка. Ну, с этой винтовкой, я думаю, далеко не убегу. О, какой у нее перезаряд долгий, а? Нет, с этой штуки надо, наверное, издалека и чисто в голову убить. Иначе она бесполезна. Ладно, хорошо, давайте в бой. Нет, надо будет все-таки прикупить какое-то новое оружие. Это какой-то бред уже полный получается. Калашников мне этот не выручает. Ровным счетом никак. Оружие врагов я тоже не могу подобрать. Так что надо будет покупать. 5 секунд, ребята, все, победа за нами. И это хорошо. Так, на дорожку, как говорится, малорик. Так, ну что, здесь я уже на втором месте. Это хорошо, это говорит о том, что я прогрессирую. Так, продолжаем. Так, забрать награду. 600 ганбаксов, отлично. Мне бы вот этот пулеметик хотя бы, буйвол. А, это нужно одержать 10 побед. Ага, вот оно что. Нет у меня клана, так что это задание не для меня. Так, что тут у нас? Стрельба. Видите, нет, ребята, нету кнопки подбора. Автоускорение камеры. Подвижный джойстик. Что за бред? Не знаю. Давайте попробуем так, посмотрим, что это означает. Ну и какую карту мне дадут на этот раз? Ага, Европа окраина. Ну, здесь вроде бы мы бегали, так что должна быть более-менее знакомой мне. Разместите кнопки в бою так, как вам удобно. Да, я уже разместил. Ой-ой-ой-ой-ой. По-моему, ребята, если не ошибаюсь, уж больно резко двигается прицел у меня. Так, сейчас мы посмотрим, как это будет все выглядеть. Ой, как больно резко, а. Я вначале думал, что из-за этой медлительности очень хреновые, ну, как бы, наводить. Но, по-моему, сейчас я уже передумал. Да что такое, я по кругу бегаю, по-моему. Давайте-ка отсюда выбираться. Да, были мы на этой карте. Вот он, шнырь, а. На-ка, отлично. Кто это у нас такой? Томас был. Извини, Томас, пришлось тебя ликвидировать. Так, отхилились и вперед, ребята. Это мои. Ага, вон они стоят. Да сдохни, отлично. Правда, не я добил, но тем не менее. Так, главное хиля. А как это так быстро-то? Томас этот гнойный, а? Завалил меня. Ладно, продолжаем, ребята. Не будем отчаиваться. Все равно мы пока впереди. Да что за комната-то, хрен поймешь, как отсюда выбраться? Нет, ребята, это бред, конечно. Давайте-ка изменим ускорение камеры. Поставим, как раньше было. Это невозможно просто. Мельтешит все. Так. Все, вроде бы стабилизировалось. 164 против 74. Неплохо. Неплохо мы ведем. Везет мне сегодня с командой. Так что... Ну, где вы там? Чё-то никого не вижу. Все поныкались по норам. Тут еще дело такое, пока ты идешь вперед, сзади тебя могут уже расстреливать вовсю. Не понял, у нас что, четверо здесь? Получается так? Кого-то забомбили. Так, это мой, значит, здесь был враг. Давай, ребята, нечего тут потихоньку идти, надо двигаться вперед. Вон они стоят, со снайперки газ шпалил. Иди сюда. На-ка, выкуси. Да как так-то? Нет, ну это... Это уже борзость, по-моему, ребят. Если не ошибаюсь, он меня именно со снайперки снес. И, наверное, ровным попаданием в голову. Так что... Есть в ней смысл, но только из укрытия и на очень далеком расстоянии. В ближнем бою, сами видели, это полная ерунда. Так, что тут у нас сверху?
Тихо, родной, на-ка, выкуси. Так, добью, отлично, я его добил. Да ну, брось ты. Ну, давай. Черт тебя подери, ножом меня грохнул, да, по ходу дела, да, так и есть. И опять этот гнойный Томас. Ладно, блин, почему я оскорбляю своих оппонентов, а? Томас, извини, все нормально. Я не в плохом смысле этому имел в виду. Не имел права. Извиняюсь. Так, отлично. 300 против 223 очка. Ладно. Преимущество опять же за нами. Так что что-то у меня тут сеть пропадает, что ли, по ходу дела. Значок показывает. Давай, добиваем его. Блин, граната отскочила не туда, куда надо. Черт, их тут двое. Ну, тут естественно, когда попадаешь в такое кольцо, шансов просто нету. Хотя, почему нету? Всегда есть шанс. Просто единственное, как тебе повезет. Можно кинуть и гранатку, как говорится, и уйти, и в конце концов тебя могут спасти твои же кореша, которые практически всегда рядом с тобой находятся. Далеко здесь мы не разбегаемся. Короче, я понял место, где они сидят, ребята. Но как туда добраться, пока я понятия не имею. Вот здесь они находятся. Вот именно где эти ящики. По крайней мере, здесь один снайпер стоит, это точно. И постоянно палит. А как к ним туда добраться, я пока не вижу даже подступов. Но ведь все-таки как-то должны. Так, тихо, иди сюда, родной. Опа, нормуль. Отлично. Да какого хрена? Да, опять меня убили с этого головореза. Достал уже. Так, ну что же, ребята, наша была победа. Я даже не увидел, как время истекло. И у меня уже третий ранг. Поехали далее в бой. Что на этот раз за карта? Ого, Мексика, деревня. Слушайте, по-моему, здесь мы были тоже, да, если я не ошибаюсь. Ну, даже если я ошибаюсь, посмотрим. Я вообще люблю, когда что-то новенькое встречается на нашем пути. Так, Андрей впереди. Я смотрю, Андрюха там бегает. Так. Это я сейчас, ребята, хочу сделать прицел. Чтобы, как сказать, чтобы не было разброса. Но, по ходу дела, никак тут не настроить его. Как он есть, так он и есть. Да, обидно, печально, конечно. Но, видимо, ничего здесь с этим не поделаешь. Придется так играть. Так, слушайте, мы проигрываем пока. Надо уже хорош тут дурковать, стоять, изучать, настраивать. Надо идти атаковать. Ну что, вроде как настроил, не знаю, хорошо или плохо. Но все равно не тот эффект, которого я хотел добиться. Ладно, в общем, играем. Иначе мы сейчас тут профукаем все на свете. Я еще ни одного фрага не убил. Так, поехали. Да, вроде бы мы здесь и были, и в то же время... Да, были мы здесь. Так, смотрю, мой отряд уже там шмалеет. И причем... Хе-хе-хе, убивают успешно. Так, отлично. Иди сюда. На-ка, выкуси. Промазал, да? Ну, а нет, подбил я его все-таки, гаденыша. И это хорошо. Блин, ну как же мне вот эти... Так, это мой, фу ты нафиг. Тихо, кто-то бомбит. Ах ты чушка, на. Как говорится, и забрал его с собой. Он меня, конечно, убил. Пидор, к тому же это был. Конченый, видимо. Ладно, он получил свое, блин. Давай, ребята, не расходимся. Идем полной концентрации. Что там? Что такое? Слышу, кто-то там плачет. Ага, вот он. Блин. Но моя граната все-таки его достала. Правда, я и сам упал. В общем, ничья. Преимущество опять, как видите, за нами. Довольно неплохое. Так, как тут с крыши-то с этой спрыгнуть, а? Ребят, я что-то не пойму. Ага, просто вот так идешь и спрыгиваешь. Давай. Выходите, уроды. Я готов вас встретить.
У меня Калашников красный, так что все нормально. Сейчас я вам ваши пуканы-то подожгу, блин. И как... Тихо, тихо, наверху. Блин, немножко что-то пролагало. И это очень плохо. Так, а что этот стоит просто так? На-ка. Слушайте, довольно неплохо я тут их разобрал. Они что-то... Тихо, тихо, с таким пулеметом-то тут лазит. Блин, мало хп, я не успел отхилиться, к сожалению. Ну что ж, бывает и такое. Что сделать-то? Тем более вдвоем зажали, конечно, с двумя пулеметами с такими. Разнесли просто в хлам меня. Но, тем не менее, я тоже им там дал шороху. Стояли там на крыше, палили наших. Но не тут-то было. Кто это? Вражина. Так, мало хп у него, надо добивать его, ребята. Как ни крути. Отлично. Фантастика, это точно. Так, отхилечка у меня идет. Отлично, полностью практически отхилился. Стоит сморчок, а? В тележке тут. На. Куда ты смотришь там? Ёлки-палки. Что ж так быстро кончается? Ну нафиг. Из-под тишка было. Это было нечестно, братишка. У меня кончились патроны. И какой-то револьвер откуда-то достал, непонятно. Раньше была эта пукалка, теперь уже магнум. Какой нахрен это был магнум? Тихо, граната наша. Это... А что такое? А, победа. Победа. Что-то как-то быстро проходит время, даже не успеваю заметить. Ну что же, ребята, на этом я, наверное, буду завершать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр, мы обязательно с вами увидимся в следующих играх, в следующих сериях. Ну, а на этом все. Всем пока и до скорых встреч. Давайте, ребята, удачи вам.